Буквально несколько дней назад брещанка Анастасия Шкурдай завоевала серебро на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде. Серебро и золото привез минчанин Илья Шиманович. А значит, в нашей стране умеют готовить сильнейших спортсменов. В этом можно убедиться на открытом чемпионате Беларуси на короткой воде по плаванию, который в эти дни в очередной раз проходит в Брестском дворце водных видов спорта. Каждый регион, это 6 областей плюс город Минск 7, выставляет по 20 человек. 10 девушек, 10 мужчин, самые сильнейшие в своем регионе, они при условии выполнения определенного норматива, они приезжают выступать на чемпионат. На каком уровне соревнования выполняются нормативы мастера спорта Республики Беларусь, мастеров спорта международного класса, они регистрируются, но при участии национальной антидопинговой комиссии. Соревнование лицензионное. Старт утвержден Международной федерацией плавания ФИНА в качестве отборочного на 15-й чемпионат мира на короткой воде, который пройдет в Абу-Даби с 16 по 21 декабря этого года. Я тренируюсь с 7 лет. Нужно очень долго тренироваться, чтобы добиться результата. Я считаю, что самая сильная команда – это Минск. Очень серьезные ребята. Сам я с Минска. Впечатления с чемпионата хорошие. На данный момент я проплыл 100 метров вольным стилем и улучшил свой результат. В принципе, чему доволен. Программу «Максимум» не выполнил. Хотелось бы побыстрее, будем работать. Борьба напряженная. Трехдневная программа соревнований состоит из утренних предварительных и вечерних финальных заплывов на дистанции от 50 до 1500 метров всеми стилями. Чемпионат носит статус открытого, что позволяет выступать на нем и спортсменам из других стран. В этот раз заявки на участие подали 318 пловцов из Беларуси, России, Украины и Казахстана.